Это что-то непонятное. Как им пользоваться? Не открывается. Киви. Болтик. Ровно 6 часов утра. Всем привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Пластилин. Прохладное осеннее утро. Я уже за городом. Сегодня будет очередной велопоиск металлоломщика. Зима уже не за горами. Нужно запасаться железками. Как обычно, наливайте чай, кофе, какао. Берите что-нибудь вкусненькое. Ставьте лайк этому видео. Всем приятного просмотра, ну и погнали вместе со мной. Пока ехал, собирал алюминиевые баночки и всякую железную мелочевку, которая мне попадалась на дорогах. Вот смотрите, какой болт оборвало. И, кстати, кто в курсе, что вот это за штуковина, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я такое вижу впервые. Ну все. Поехали. Как обычно, работаем по старой схеме. Катаюсь на велике и высматривая вот такие стихийные свалки, сбросы мусора. Гляньте, друзья, кто-то повыбрасывал стулья из дому. Причем они полностью целые. Немножко старые, советские, но абсолютно пригодные к использованию. Так, крышечка чупа-чупс, скорее всего, пластмасс, но может быть и железо. Опа, крышечка железная, забираем. Так, вот какой-то шнур, обрезок, вилка советская и немножко медного провода, первая медь. Скорее всего, как-нибудь приеду отдельно за стульчиками. Заберу хотя бы пару штук. Будут стоять у меня в сарайчике. Отреставрирую их, скрою лаком. Будут как новые. Так, друзья, по-моему, первая нормальная находка. Пакетик вот такой. Сейчас разорвем в прямом эфире. И смотрите, что здесь находится. Да, это у нас телефон. Так, даже не один телефон. Красный. И вот такой фиолетовый. Нормально, со шнурами. Вот это оно. А вот и латунь. Велосипедная камера со штуцером. Сейчас все повырезаю. И смотрите, друзья, патрон старый советский и два медных провода, железка вот такая. Так, это пустая изоляция. Ну, железку тоже можно взять. Кстати, вот такие ручки старые велосипедные тоже можно забирать. Такое дело продается. Маркировка. Тем более, что ручка в отличном состоянии. Так. Проводки какие-то. Опа! А проводки медные. Да. Медяшка. Медная лихорадка. Опа, 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 опа. Круто. Медь всегда приятно находить. Пускай даже вот такие маленькие кусочки. Но все равно это медяшка. Стаканчики, такие древние кружки. Все абсолютно целое. Целые наборы.
Вот какой красивый. Это тоже при большом желании можно отмыть и выставить где-нибудь на продажу в интернет. Ну или на барахолку отнести. Обрезал латунный штуцер, он вот такой небольшой. Также попался тубус от чая, упаковка. Донышко железное. Забираем все. Старый армейский ящик от боеприпасов, советский. Даже сохранились вот такие пломбы, но они, по-моему, алюминиевые. Также здесь присутствует немножко вот такого железа. Крючочки, зацепы, дерево сгнило. Их можно даже руками выломать. Так, проехал немножко дальше. Вот такая горелая свалочка. Попадается железная мелочевка. Алюминий. Вот вижу, железка торчит. И вот такие находки. Термос. Это типа нержавейка, но как нержавейку, к сожалению, никто такое не принимает. И мешочек. А в мешочке я нащупал какой-то чайник. Высыпаю в прямом эфире. Ух ты, так тут два чайника. Нормально. Пластмассовый и стеклянный. Но это я нахожусь на дне вот такого обрыва. Возможно, кто-нибудь помнит, я уже здесь снимал как-то видео. В общем, еще один мешочек свеженький. Видно, что никто его еще до меня не раскрывал. И смотрите, друзья, что здесь находится. Медяха. Медные проводки. Прошло от силы минут 40 моих сегодняшних поисков, и уже мешочек практически полный. Правда, много места занимают телефоны и чайники, но все равно приятно. Делаем ставки, господа. Кто как думает, что это за штуковина? Изначально я подумал, что это старая колонка, динамик. Потом сделал вот так и понял, что это не колонка. Смотрите, какие огромные часы. Янтарь, сделано в СССР. Почему-то я не вижу сзади всяких вот этих крутилок. Как их настраивать? Наверное, вот это открывается как-то. В общем, ладно, нет времени разбираться, беру домой. Там посмотрю. О, кстати, отпала крышечка. Ничего себе механизм. Вот это у нас латунька, наверное. Шестеренки. А вот они, молоточки. Друзья, похоже, мои сегодняшние велопоиски металлолома подходят к завершению. Нашел вот такую. Это типа корзина для белья, старая советская. Открываю. Здесь пакетик. И в пакетике коробка Мулинекс. Так, достаю в прямом эфире. Бабах. Ничего себе. Это же кухонный комбайн у нас. Да, Мулинекс. Блин, со шнурами. Так, все на месте. Ничего себе. Кстати, корзина абсолютно целая. Очередные сокровища с помойки. Вот такое стеклышко. Наверное, был какой-то значок. Чемпионат мира по футболу. Мехико 86 года. Как он попал к нам в страну, вообще непонятно. В то время с Советского Союза выехать было практически нереально.
кабель медный на 3 жилы. Вот такие пакетики с фурнитурой. Это пластмасса, а вот это собачки железные. Шторы цеплять. Тоже все Советский Союз. Железки. Баночка вот такая от маргарина. Самое интересное, это год ее производства. 95-й. Спички. Фотоаппараты Белома. Гомель-Древ. Город Гомель. Что же у нас внутри здесь? Ну, как обычно. Гаечки, болтики, шурупчики. Такой чайничек абсолютно новый. Видно, что даже ни разу не использовался, не нагревался. Идеальный. И вот такая штука. Хна. Это типа краска для волос, насколько я понимаю. Басма натуральная, иранская. Здесь тоже есть год выпуска. 10 октября 86 год. Город Симферополь. А это у нас Судак. 21.04.86 года. Две запечатанные и одна немножко распечатанная. Вот так это дело выглядит. Какой-то порошок. Краситель. Ну, прикольно. 35 лет вот этой штуковине. Вот эти два пакетика даже можно забрать. Выставить где-нибудь на аукцион, на eBay, попытаться продать. Мало ли. Не знаю, как сейчас обстоят дела, но было время, когда принимали даже вот такие желуди на вес. И цена на то время была намного дороже, чем обычное железо. Выгодно было собирать. Очень гнилая плата с радиодеталями, старая советская. Но золото здесь по-любому есть. Вот микросхемка одна, вторая. Также целая куча транзисторов. Забираем. И вот такой алюминий баллончик. Тюбики из-под зубной пасты. Тоже алюминиевые. И проволока. Два матраса гнилых. Все тряпки уже посгнивали. Остались доски. И вот эти пружинки. Вот такой след от самолета остался. Прям какое-то крутое пике. Как обычно, за городом валяется очень много алюминиевых банок. Похоже, их здесь вообще никто не собирает. Еще вот такая гора бутылок водочных. На них вот эти пробки алюминиевые. Также алюминиевые пояски. Смотрите, сколько их здесь находится. Ужас. Думал, что это хоккей, а это оказался настольный футбол. Вот такие игроки. Красная и синяя команда. В принципе, все на месте. Не хватает только ручек. Добываю латунь. Нашел две камеры от легковой машины. Вот такие штучки. Прямо на дороге собираю вот такую мелочуху. И заметил вот такие оплавки. Это у нас свинец. Кто-то плавил прям посреди дороги. Обратно мне погоны попадается. Даже целая форма. Если не ошибаюсь, старший лейтенант. Милицейская рубашка. У нас уже лет 5 или 6. Как полиция. А здесь еще милиция. Пуговки пластмассовые. А звездочки
алюминиевые должны быть. Часики рабочие оказались, тикают. Сгнивший диван надергал с него вот таких железных уголков с болтами. Начал раскладывать все железки для подведения итогов. Я обратил внимание на вот эту штуковину. Но это с движка, с обычного, со статора. Очень часто попадаются такие кружочки. Но именно этот особенный. Смотрите, друзья. Это у нас не железо, это латунь. Желтый цвет. Прикольно. Сколько еще металлолом. Впервые мне такой попадается. Хотя, возможно, раньше попадались. Просто я не обращал на это внимания. Друзья, кому такие латунные штуки попадались, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вообще, реально такое или нет? Может быть, это на заводе что-то перепутали. Но сегодня, как никогда, меня очень сильно порадовала техника. Два чайника, один стеклянный, правда, при транспортировке побился. Еще один чайник железный, малированный, но абсолютно целый. Громаднейшие советские часы пока что идут, наверное, рабочие. Два советских телефона. Ну и, конечно же, сектор приз на барабане. Кухонный комбайн Molinex. Но здесь все в полном боекомплекте. Все ножи, все вот эти терки. Но это тема для отдельного видео. В принципе, дома проверю. Если не рабочий, обязательно разберем. Ну и телефончики обязательно тоже разберем. Писали мне, что вот в этих крутилках есть немножко серебра, ну, а также медь, провода. По чермету сегодня как-то слабоватенько, но это даже, наверное, к лучшему, так как я заехал очень далеко от дома. Зато много алюминиевых баночек, я их даже уже под конец и не собирал. Сейчас мы их отдельно взвесим. Ну а так, как обычно, кое-какие радиодетальки, алюминий, баллончики, тюбики. Такой вот алюминий, провода, алюминий, медь, такая штука. Здесь есть латунь, немножко даже свинца попалось. Ну и вот такая латунь. Также взял несколько предметов, не относящихся к теме металла, но даже на таком барахле можно немножко заработать. Там и значок, и вот эти собачки. Также сегодня попался термос, но что с ним делать, не знаю. Сдавать металлолом жалко, возможно, как-нибудь обрежу, сделаю такой нержавеющий стакан и буду в нем плавить металлы. Железо получилось почти 4 килограмма, 3880. Это с термосом. 715 грамм. Алюминиевых баночек. Тоже довольно неплохо. Друзья, на сегодня поиски окончены. Как вы видите, мне сегодня даже немножко фартануло с такой техникой. Так бы каждый раз находить. Кстати, не переключайте это видео. Приеду домой, обязательно проверю этот кухонный комбайн. Вот такая находочка лежала прямо на дороге. Обломок от ножа, нержавейка. Загрузился, еду домой. Часы, телефоны, железо, баночки. Внизу в пакете кухонный комбайн. И все остальное вместе с чайниками в рюкзаке. Что с часами, не знаю, но звенят всю дорогу. Это я уже домой приехал. Друзья, небольшая ошибочка, это не кухонный комбайн, это соковыжималка, вот даже наклейка. Ну и самое главное,
читаем Мулине. Здесь в конце должна быть буква X. А здесь написано Мулинет. Короче говоря, обычная китайская подделка. Хотя даже вот на инструкции написано For France. Но обычный Китай. Вот даже на самой соковыжималке Made in China. Мулинекс делается во Франции. Но самый главный прикол, эта штука работает. Вот все работает. Еще раз включаем. Было у меня огромнейшее желание разобрать эту штуку на атомы и молекулы, но теперь пока даже не знаю. Скорее всего, отмою и попытаюсь чего-нибудь выдавить. Вот здесь нарисованы морковь, томаты, цитрусовые. Как-нибудь обязательно протестирую. Ну и все вам покажу. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Не прощаемся, поиски продолжаются. До встречи в следующем видео.